У пары из чешского города Миловицы, что в двух милях от Праги уже был сын, когда 23-летняя Александра Кинова узнала, что снова беременна. Супругам сказали, что у них будет больше одного ребенка, но еще не знали, насколько больше одного. У обоих родителей в семье рождались близнецы, и они догадывались, что могут оказаться продолжателями семейной традиции и даже создадут свою собственную. На первом же УЗИ им сказали, что детей больше, чем один. Морально они уже готовились к двойне или тройне. Они не догадывались, что это не точно. Врач вызвал Александру для повторной диагностики, чтобы уточнить количество эмбрионов. То, что они узнали, предвосхищало их самые смелые мечты. Уточнение показало, что Александра вынашивает четверых. Через несколько месяцев они обнаружили, что у них будет пятеро детей. Когда мы наконец нашли пятую голову, я начала плакать. Когда пришло время родов, врач позаботился о том, чтобы все прошло гладко, поэтому персонала было 40 человек. На свет появилось четыре мальчика и одна девочка. Их назвали Даниэль, Майкл, Алекс и Мартин, а девочку Тереза. Это первый случай естественного зачатия пятерых близнецов в Чешской Республике. В Чехии ведется статистика, с 1949 года, и за это время не упоминалось ни одной пятерни. Пятерняшки рождаются в среднем раз в 480 лет. Дети оказались здоровы, и теперь в сети регулярно появляются фото, как они растут. Шанс зачать пятерых близнецов составляет 1 на 47 миллионов. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.